Окружной женский форум «Разговоры о важном для взрослых. Женский взгляд» стартовал в Приморье. На мероприятии присутствовали губернатор Приморья Олег Кожемяка и заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. Дорогие женщины, благодаря вам мы появляемся на свет. Ваша забота, нежность, любовь помогает нам встать на ноги, разобраться, как жить в непростой действительности, познать любовь, стать мужчинами, защитниками. Вы привносите в нашу жизнь красоту, вдохновение и радость. Делаете этот мир и нас чуточку лучше. Низкий вам за это поклон. В форуме приняли участие более 400 делегатов с Дальнего Востока, из них 150 – представители Приморья. Все они успешные, активные и талантливые женщины. У нас в сфере экономики занято более сотни тысяч женщин. Сегодня ни одно дело невозможно представить без вашего участия, без вашего внимания, без вашей заботы. Вы работаете в промышленности, в сельском хозяйстве, в торговле, занимаетесь здравоохранением, лечите людей, воспитываете подрастающее поколение, занимаетесь социальными услугами. Вот. Многие развивают собственное дело, создают новые рабочие места. По словам Олега Кожемяка, сейчас краевые власти стремятся создавать женщинам максимально комфортные условия для жизни, работы и воспитания детей. Отмечу, что у нас в крае с 2007 года действует такая программа. Уже было получено 170 тысяч сертификатов по этой программе. Выстроена целая комплексная система поддержки семей с детьми, развития института материнства и детства. Вот несколько цифр. У нас в Приморье проживает 23 тысячи многодетных семей, которые воспитывают 77 тысяч ребят. И вот действует 17 мер социальной поддержки. Это как ежемесячные, так и единовременные выплаты. И благодаря этой работе мы видим прирост количества многодетных семей. Так он за 5 лет увеличился с 15 до 23 тысяч. Результат, что говорится, нравится. Мы в крае стремимся создать нашим женщинам максимально комфортные условия для жизни, работы, воспитания детей. Во многом именно вы реализуете это и как матери, как руководители, как работники. Сохраняйте традиционные эти ценности, заботьтесь о том, чтобы были воспитаны дети, с тем, чтобы была гармония в семье. И мы очень ценим ваше милосердие, сострадание, отзывчивость. Эти качества российских женщин очень важны всегда. Женщины активно участвуют в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского края. В государственном управлении занимаются политической деятельностью. Сейчас главное направление работы этих организаций – помощь приморцам-участникам спецопераций и членам их семей. С самого начала спецоперации отправляют на передовую тонны гуманитарной помощи. Поддерживают семьи воинов, в том числе родных, погибших приморцев. Мы понимаем, какие колоссальные эмоциональные нагрузки испытывают жены и матери бойцов. И чтобы организовать комплексный адресный подход участников движения с помощью гранта правительство реализует в крае социальный проект «Встань рядом». На форуме участники будут говорить о реализации государственной демографической политики и поддержке женщин на Дальнем Востоке. Также обсудят их успех на работе, в семье, в политике и общественной деятельности, воспитании подрастающего поколения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также вопросы практического участия женщин в поддержке специальной военной операции. Диана Иванова, новости на Восьмом.